Друзья, всем привет! Это творческое пространство Дельта, и уже с завтрашнего дня мы начинаем уроки по ИЗО в удаленном режиме. Это будет 10 уроков, которые будут выкладываться на наш канал на YouTube в режиме видеозаписи. Ссылки на эти видео мы будем высылать всем нашим ученикам, которые занимаются у нас ИЗО. Будут проработаны 10 уроков подробно на разные темы, с разными материалами. Первый урок это будет мультипликация по Диснею. Мы будем изучать диснеевский шрифт и пробовать рисовать Микки Мауса. Как будет проходить этот урок? Мы снимаем для вас видео, высылаем его вам, вы дома включаете это видео, включаете режим видеозаписи и прорабатываете на видео сами по нашей видеозаписи все моменты рисования. И весь урок снимаете сами. Присылаете его нам в личку, то есть мне. И таким образом мы сможем оценить, какие у вас плюсы, какие минусы, что нужно доработать, что нужно поменять, убрать или добавить. Дальше будет второй урок. Всего будет 10 уроков, и в неделю их будет примерно 2-3. Вот. Поэтому, ребят, давайте активно дома не будем сидеть. Завтра уже будем присоединяться. Темы будут все очень интересные. И побольше позитива, побольше веселья. Мы сидим дома, да, все, так сказать, в заточении. Но давайте не будем отчаиваться. Завтра уже начнутся уроки, и рекомендуем всем присоединиться, потому что будет очень-очень интересно. А пока, всем пока и всего самого доброго.